главный тренер сборной России Евгений Анатольевич Гребенкин. Очень хороший человек. Я знаю его просто, наверное, с маленьких лет. Потому что когда еще совсем маленькая была, он меня очень многому обучал. Что, Илья? Ну, могу сказать, Илья чуть погрязнее выполняет прыжок, чем Ксюша. Немного у нее и ноги согнутые в воздухе. Видимо, вначале разлетаются. Ну и также шаг. Вон, видели, как ноги сильно разлетелись. И еще плюс вышла за линию в конце. Это тоже идет сбавка. Вот сейчас Илья готовится на брусе. Вот видите, говорю, сбавочка. Она чуть похуже делает прыжок. Погрязнее. Не похуже, а просто грязнее. 14 750 оценка.